Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня мы будем говорить на тему, которую уже поднимали в одном из наших выпусков. Мы будем говорить о том, как правильно ладить с молодежью. У нас в гостях сегодня поэт и прозаик Олеся Николаева. Здравствуйте, Олеся! Здравствуйте! Первый раз мы поднимали эту тему в разговоре с супругом Олеси Николаевой. Это известный священник Владимир Вигелянский. И вот сегодня его супруга Олеся нам расскажет, что она думает по этому поводу. Олеся, почему вы? Я думаю, тут совершенно все однозначно и понятно. Мало того, что вы преподаете в институте, вы еще являетесь и мамой, и бабушкой. То есть у вас достаточно большой опыт работы именно с молодежью, ну и с детьми, да, в частности. Да, да, да. Поэтому вот мы и хотим с вами обсудить эту же самую тему. Давайте начнем с вашего взгляда на современную молодежь. Знаете, что каждое поколение всегда ругает молодежь. Вот вы тоже ругаете современную молодежь или считаете, что она заслуживает внимания, и вообще она разная? Нет, ну я, конечно, не ругаю. Я сталкиваюсь с молодыми людьми достаточно тесно, потому что каждые 4 года я набираю новый семинар поэзии в литературном институте. И я даже могу проследить вот эту какую-то динамику и изменения, даже, может быть, какого-то психотипа, который, вот этого студента, который ко мне приходит через каждые 4 года. А начала я преподавать там в 89-м году. То есть уже вот в 89-м году ко мне приходили студенты, и сейчас я учу второкурсников. Это молодые люди сразу после школы, которые попадают в высшее учебное заведение. И надо сказать, что это совершенно не однородная, не какая-то там однородная масса. Они все очень разные. В основном, конечно, они еще не вышли из переходного возраста, который имеет свои какие-то особенности, этот переходный возраст. Потому что именно в это время происходит какое-то пробуждение и становление личности. Вот. Что такое личность в человеке? Личность в человеке – это то, что не есть в нем природа. То есть личность возвышается над человеком. И поэтому для того, чтобы ее осознать, самый короткий и простой способ для подростка – это противопоставить себя, свое «я» своей природе, в первую очередь своему роду. Может быть, в некоторых экстремальных случаях своим родителям или тому сообществу, к которому принадлежат родители, чтобы заявить о своей отдельности. Потому что до этого он пребывает в этом лоне бессознательно. И вот этот путь от вот этого бессознательного пребывания в своем лоне, дальше вот противопоставление себя, что не я, и потом опять уже сознательного принятия этого, достаточно сложный этот путь. И я наблюдаю очень часто это по моим студентам, я это видела на моих детях. Вот. И даже теперь вижу на моих внуках, трех, потому что у меня уже 3 внука, которые уже относятся к этому подростковому возрасту. Значит, что меня, конечно, очень тревожит и вызывает мое невероятное сочувствие к современным подросткам. То, что они, конечно, когда приходят в институт после школы, я вижу их какое-то социальное беспокойство и даже метафизическое беспокойство. Они страшно растеряны, они страшно дезориентированы. Даже по сравнению с теми поколениями, которые заканчивали школу даже в 90-е годы. А почему? С чем это связано? Знаете, это связано, конечно, с тем, что недостаточное знание каких-то базовых вещей. В первую очередь, конечно, литература и история. Конечно, это такое распыление внимания, которое, наверное, связано вот с этими электронными средствами. С информационными потоками. Да, абсолютно. Это такая склонность вот к такому вот, ну, это
понятно, к клиповому мышлению, вот, к этим маленьким объемам текста. Вот, и им действительно совершенно непонятно, как можно прочитать там не то, что даже там какого-нибудь Пруста, да, вот, но даже «Войну и мир». У них нет опыта, совершенно никакого опыта анализа текста и сопоставления вот образной системы произведения текста и подтекста, я бы так сказала. Потому что в русской литературе, чем она еще уникальна, что там существует не только текст, не только прямые высказывания, но и очень интересный, сложный подтекст, который вступает в невероятно порой драматические, а порой и противоречивые отношения вот с этими прямыми высказываниями, с этим непосредственным текстом. Вот эта вот способность к этому анализу и интерес, главное, он несколько приугашен, я бы так сказала. Это недостаток современной образовательной системы? Да, да. И с другой стороны, есть такие ищущие подростки, ищущие молодые люди, которые совершенно помимо вот этих всех школьных программ, моды, вот, они выискивают, они ищут какие-то свои пути. И очень часто они читают очень сложные книги уже в 14-15 лет. Ну, например, там вот мой друг Ваня, то есть мой внук Ваня Вигелянский, который учит греческий, и латынь, и церковнославянский, и иностранные языки, английский, по-моему, еще французский немножко. Он, например, интересуется, он читает там Ницше, маленький, 15 лет. Я говорю, Вань, ты что читаешь? Он говорит, я читаю Ницше. Вот. А моя внучка Соня, она вообще там, она любит, я не знаю, там, Томаса Манна, она сейчас читает доктора Фаустуса, вот, «Игру в бисер», вот, она читает Германа Гессе. Она любит такую вот интеллектуальную, сложную литературу, что свидетельствует о неких ее интересах, которые выходят из круга вот того, что ей непосредственно требуется в ее учебном процессе. А это связано с семьей? Это именно семья дает такие правильные установки? Или вы думаете, что есть такие ищущие дети вопреки семье? Может быть. Но в данном случае, конечно, я думаю, что это семья. Да, я думаю, что это семья, что это вот такие философские и литературные интересы, у вас династия литературная, которые есть в их семьях уже, в семье моих детей. Вот. А может быть, часто это бывает так, что какой-то ребенок, в семье которого этого нет, но у него друг, который этим интересуется, и вот он тогда тоже этим начинает интересоваться. И вот это очень важно, чтобы дети научились анализировать и рассуждать. Рассуждать самостоятельно, вот обсуждать какие-то явления, какие-то тексты. Вот. И сейчас, например, вот у моей дочки, она преподает в французском лицее, и у нее учатся французские дети, которые учат русский язык. И она им дает писать сочинения. Вот этим детям, которые еще плохо говорят по-русски, еще хуже пишут. Вот. Но они анализируют басни Крылова, да, там, Пушкина они читают, сказки. И вот девочка 9-летняя прочитала сказку о рыбаке и рыбке, пишет о том, что это самое любимое ее произведение. Потому что там добро побеждает зло. Вот. Добро олицетворяет... Но она на своем языке это пишет, детском. Но это такое изумительное, такое детское, пронзительное и точное, и в нравственном отношении, и в эстетическом, очень точное восприятие, что вот рыбка и старик – это добро. Они уже, а вот зло – это вот эта старуха ненасытная. Вот она всего, все просит. Она как прорва такая. И ей она это попросит. На тебе! Еще она там попросила одно, другое, третье. Все ей дают. Она даже спасибо не говорит. То есть вот ребенок
он понимает вот эти вещи. Она подключается к этому, к этой ситуации, она сопереживает, у нее какое-то рождается из этого отношение к миру и к каким-то ситуациям в жизни. Вот. Этому надо учить? Да, безусловно. Я думаю, что уроки литературы должны проходить, вот я просто совершенно в этом уверена, должны, значит, ориентироваться даже не на количество прочитанного, а на тщательный разбор. Детям, с детьми нужно поговорить, какое отношение к ним, к их жизни имеет капитанская дочка. Потому что это важно для их жизни. Несмотря на то, что они живут на 200 лет позже, понимаете? Но это их тоже проблемы. Вот, и, я не знаю, там и также можно анализировать и Чехова, и Гоголя, и Толстого, безусловно. Безусловно, Толстого, а уж Достоевского, вся эта проблематика Достоевского, да, когда же первый раз читать Достоевского, как не в подростковом возрасте? Потому что именно эти проблемы интересуют совсем молодого человека. И надо, чтобы они его интересовали. И надо, чтобы он получил вот то, что называлось, ну вот, через разрешение этих проблем. Чтобы он как бы прошел какую-то вот, не знаю, какую-то инициацию во взрослого человека. А иначе он так и останется до глубокой старости таким подростком с инфантильным мышлением. Поэтому наши молодые люди, они, конечно, очень разные, но они как вот необработанный какой-то материал. Не в том смысле, что на них нужно как-то давить или какую-то нужно им прививать идеологию. Нет, нужно просто провоцировать их на то, чтобы они мыслили. И на то, чтобы они излагали свои идеи. Да? Пускай даже эти идеи могут быть какими-то завиральными идеями, но чтобы они это развивали, и дальше вступать с ними в диалог, приводить полемику, им контр, может быть, да, 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 какие-то контраргументы, чтобы они логически свои какие-то воззрения до логического конца какого-то доводили, да, вот. Или, например, когда молодой человек увлекается, скажем, Ницше в таком юном возрасте, нужно его подвести к какой-то идее. Вот, а почему Ницше-то, собственно, закончил свою жизнь? Писал-то он очень недолгое время, там, я сейчас не помню, лет 5 или 6 длился его вот этот период акме, его такого вот расцвета, вот его такого поэтического полета. Вот. А потом-то он закончил, ну, последние 20 лет он сидел в сумасшедшем доме. И вот сказать, а вот почему, вот как вы думаете, что такое есть в этих писаниях Ницше, что привело его, в конце концов, в сумасшедший дом? Вот. Алиса, это очень хорошо, что вы сами вернулись к теме Ницше, потому что я хотела об этом тоже поговорить. Дело в том, что в православных семьях очень часто существует такая внутренняя цензура по части литературы. И родители, может быть, даже получившие очень широкое образование сами в свое время, воцерковившись, почему-то на детях проводят такой эксперимент. Они считают, что выбирать литературу нужно так, чтобы она не навредила душе. И вот тут они сами принимают решение, что же может навредить душе. И, конечно, Ницше, да, может быть, даже и Герман Гессе могут, да уж, ну, Томас Манн, не знаю, но и Пруст может тоже попасть под эту самую... Конечно, вот. Конечно. Так что же делать тут? И Толстой, потому что там не все с православной точки зрения, например, глава литургии «Воскресенье», ну и так далее. То есть это нет, «Воскресенье» вообще не стоит читать. Ну хорошо, да, это оставим очень плохой. Толстого. Да вообще очень плохой, ужасно плохой роман, вообще не надо его читать. Вообще надо его... занудный он к тому же. Вообще там просто все гаснет, все это художественное мастерство Толстого. Но тем не менее, вот насколько вот эта внутренняя цензура в семье должна быть и какой она должна быть? И если ребенок читает то, что родители считают неправильным, как вывести на разговор, как не запретить, а именно сделать так, чтобы прочитанная книга не навредила и не увела куда-то в сторону, а помогла? Вот вы вот что понимаете, думаете по этому поводу? Значит, тут, конечно, очень важен контекст. Вот моя вот эта внучка, которая читает Ницше, то есть не она, она читает Томаса Манна, доктора Фауста сейчас читает, и этого самого Германа Гесса и Пруста. Она читает это в контексте. Она уже знает, она знает русскую литературу, она уже прочитала, так сказать, вот. И она уже в какой-то мере, она подготовлена. Подготовлена. К
к этому, да. Вот. А, конечно, когда молодой человек, конечно, он вот это, если он на пустом месте начинает читать Ницше и принимает это как священное писание, да, что это какая-то истина в последней инстанции, конечно, это может ему повредить. Но тут нам нужно тогда просто с детьми об этом беседовать. Вот, потому что многие есть такие православные люди, которые считают, что вообще в русской литературе ее вообще вредно читать, потому что там есть про грехи, вот Анна Каренина, это про грех, это прелюбодеяние и все. Вот я считаю, что это не совсем правильный взгляд, потому что именно роман Анны Карениной о том, как грех приводит, приводит к погибели человеческой души и вообще к погибели человека и несет крах. Причем не только самому человеку, который грешит, да, не только Анне, окружающим и детям. Но ее дети, да. И в конце концов, и Вронский тоже, да, супруг, который отправляется. Карелин. Ее несчастный супруг, который хороший человек, вопреки тому, что нас учили в школе. Да, это государственный муж, который предан вот этим государственным делам, ничего за ним не числится ничего дурного, кроме того, что она увидела, Анна увидела в нем формализм. Вот этим глазом, когда она его разлюбила, и он, конечно, и показался отвратительным. Вот. А что касается греха, который изображен в русской литературе, русская литература всегда, никогда не занималась воспеванием греха. Вот. Русская литература, ну, я имею в виду классическая литература. Конечно, да. Вот. Если там, конечно, там все встречается как в жизни. Там есть и алчность, сребролюбие, предательство, убийство. Вот тоже измена. Да? Вот. Но это всегда осуждено. Посмотрите, как Наташа Ростова, там, я не знаю, как она вот... Кается потом. Да, как, в общем, она в конце концов ничего ведь не получилось. Она все порушила и Андрею, да. Вот. И сама, как она кается, да, и какой. И потом, и Анатоль Куракин тоже потом ему отрезают ногу, какой страшной смертью он умирает, да. Я не помню, умирает он или нет, как много он отрезали. Умирает, да. Кажется, да. Да, да. Как он страшно кричит, когда ему... Да. И если мы будем с этой точки зрения, с точки зрения такого пуританства абсолютного подходить, то тогда нам нельзя детям читать, извините, священное писание. Потому что в священном писании там все есть. Там есть инцест, да? Если мы берем Ветхий Завет, то да. Отцу убийства. Да? Братоубийство. Вообще начинается все с чего? С греха, с грехопадения, и потом Каин и Авель, и это братоубийство. Да? Но потом, ну что из этого получается? Вот. Вообще вот всякая греховно настроенная душа, она сама в себе несет наказание. Оно даже не извне, а оно изнутри ее настигает, эту душу, это возмездие. То есть правильно я понимаю, что литература позволяет пережить молодому человеку тот опыт, которого у него еще конечно, не было, и, конечно. Может быть, даже избежать каких-то ошибок, вот благодаря этому внутреннему переживанию уже. Ну вот, знаете что, вот я честно скажу, и у меня была одна книга, которую я отправила в свою стопку. Личную цензуру, да, когда у меня дети. Но это тогда вообще было очень модно. Они, кто-то им дал почитать, в 15 лет моей дочери дали почитать «Лолиту». И я это увидела, я просто у нее это отняла и спрятала, потому что нечего это читать. Вот тут как раз совершенно, чтобы не говорили наши эстеты, как бы они в меня там не бросили камень, но это не стоит того, игра не стоит свеч. Вот. Эстетическое удовольствие не таково, чтобы да. Вот. Так что вот такую вот я... Действительно, был у меня такой опыт запрета. Вот. А вот что касается этого самого анализа, мне кажется, это вообще очень важно. Мы в основном, так как вы поэт и писатель, мы проакцентировали это все на примере литературы. А вообще в жизни, насколько вот вы применяете вот этот аналитический склад рассуждений,
рождении со своими детьми, когда что-то происходит и так далее. Были ли у вас такие разборы полетов? Конечно, конечно. Но психологические, мы какие-то психологические истории, да, разбирали. Вот. И надо сказать, что вот, ну, у меня пишет только моя старшая дочь. Вот, и она, в общем, очень хорошо пишет, она и снимала фильмы, вот, у нее есть такая вот талант жилка, такой, талант, да. Но и начал что-то сейчас писать мой сын, то есть у него тоже есть какие-то литературные интересы. Но даже помимо этих литературных интересов, у них всегда был интерес к жизни и к людям. И вот к этим ситуациям. И главный этот интерес – безусловно, к работе промысла Божьего, как он присутствует в человеке, как он присутствует в жизни человека. Угу. Когда вдруг мы понимаем, что что-то пошло не так, как мы запланировали, или кто-то запланировал, и вмешалась какая-то совершенно непредвиденная сила и привела... Сначала это непонятно и смутительно, а потом она привела к какому-то благому результату. Вот мы любим очень вот такие вот вещи анализировать и друг другу рассказывать и напоминать. Вот. То есть это о Божьем промысле. Да, 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 да. Потому что это вот очень часто вот в нашей жизни это тоже видно. В жизни вообще каждого человека мы просто живем невнимательно. И вот иногда очень интересно вот этот вот внутренний прожектор такой направить, да, и осветить какое-то, может быть, небольшое событие, но странное, вот, и с каким-то непредсказуемым последствием. Вот об этом поговорить. Да, и безусловно, и это с детства было. И вот со старшими детьми я просто им летом, ну вот летом, чем занять детей, которые не ходят в школу, вот, они... Но совершенно могут впасть в совершенно полнейшее безделье. Да, это так. Поэтому я их, я им читала, им там было 9-10 лет, потом 10-11, у меня старшие дети погодки. Ну, а младшая где-то тут там ползала, ходила, тоже где-то присутствовала. И мы, значит, у нас было расписание, и мы там, допустим, с 2 до 5 мы сидели в сторожке летом, где мы жили, и я им читала, я им прочитала вслух «Мертвые души». Потом, когда немножко они стали... Нет, мертвые, кажется, чуть-чуть постарше уже. Значит, 11-12, может, 12-13 мы прочитали «Мертвые души» вслух. Потом мы прочитали «Герой нашего времени», «Капитанскую дочку». Потом Достоевского я им читала, «Дядюшкин сон» и «Скверный». «Дядюшкин сон», «Скверный анекдот» и «Село Степанчиково». Вот я точно помню. В общем, мы читали летом вслух. И потом мы обсуждали. Им безумно понравился, вот как ни странно, им... очень понравились «Мертвые души». Хотя, безусловно, это для больше, более старшего возраста вещь. Но они получили невероятное удовольствие вот от этого гоголевского языка. Они вот это вот запомнили и цитировали, и находили вот в этом вкус. Вот. И второй момент, конечно, ну тогда были, конечно, у меня были такие силы. Значит, я им читала еще до вот этого чтения литературного, я им читала какой-то отрывок из Евангелия, и они мне писали проповедь. Проповедь и рисовали какую-нибудь картинку. У меня до сих пор вот такая вот стопка этих проповедей с их рисунками. Но самое лучшее, у меня забрал мой друг, который работал, тогда выходила такая газета «Семья». И он некоторые проповеди забрал и опубликовал в этой газете с этими рисунками. Потому что это были такие замечательные. Они ведь по-своему эти евангельские события осмысляли. И, конечно, мне было очень драгоценно, когда мы дошли до «Тайной вечери», потом «Гефсиманского борения», до сцен у Пилата и у Каиафы, до распятия.
И уже они расплакались, они говорят: «Мам, мы не можем это писать, мы не можем писать, как его били и распинали». Они со слезами. И, знаете, это было очень важное переживание, очень такое вот заложенное внутри, да, вот, очень подлинное. И я считаю, что это был очень полезный опыт. Олесь, вот вы уже сказали о том, что даже ваши замечательные дети в определенном возрасте вдруг столкнулись с теми самыми подростковыми проблемами. Но тогда мне бы хотелось, чтобы мы наши программы завершили вашими советами. Как же вы выходили из этого положения? Вы знаете, я их очень жалела. Я понимала, что мне, конечно, с ними трудно, потому что они вдруг что-то стали темнить, что-то скрывать, дерзко иногда что-нибудь отвечать, что было совершенно как-то это было настолько не принято у нас в семье, вот какая-то грубость, вот. Но мне было их безумно жалко, потому что я видела, что им самим очень тяжело, что вот у них какое-то изменение внутреннее происходит, и они сами не всегда могут сами, в общем, с собой справиться. И я вспоминала себя в этом возрасте. Я вспоминала себя, какая я тоже была дерзкая. Вот, и как я считала, что у меня родители, они вот чего-то не понимают, а вот я такая вот. А вот со мной каких-то ситуаций вообще никогда не будет. Какая я была гордая. Вот. И как-то у меня тоже было очень сложно. Как бы эта жизнь была мне нужно было... была мне не по размеру. Знаете, что вот бывает, что хорошее что-то, там, туфли хорошие, но они тебе или жмут, или не, у тебя падают с ног, они слишком большие. Вот это жуткое ощущение какого-то внутреннего дискомфорта, беспокойства. И потом ты как бы никто. Ты должен постоянно сказать, что аз есмь, я существую, да, я... Как-то ты должен самоутверждаться. И у детей, конечно, в этом возрасте это очень глупо иногда происходит, очень глупо и грубо, вот, и приводит ко многим жизненным ошибкам. Поэтому я бы советовала, ну, конечно, просто им понимать, что детям гораздо тяжелее. Сложнее, да. Потому что ты уже прожил, ты уже определился, ты уже много сделал в жизни, да, уже много понял, ты уже знаешь, как нужно себя вести в той или иной ситуации. Ты понимаешь в людях, правда? А они-то нет. А они-то многие вещи принимают за чистую монету, хотя, допустим, это абсолютно что-то дело гнилое какое-то, речи совершенно идиотские какие-то, а они, значит, обманные, да? Вот, их очень легко провести, обмануть. Вот, им трудно. И вот мне кажется, что какой-то вот любовью надо это покрывать. Любовью и разговорами. Может быть, не прямыми, потому что они иногда таятся, ничего своего не рассказывают. Но какой-то найти образ. Пример из жизни своей, да? Да, 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 аналогичный. Угу. Что-то такое, да? Вот, какой-то образ, потому что образы очень нас глубоко проникают. Мы забываем ситуацию, у нас остается ощущение или образ от этого. Так же точно, как остаются запахи, да, знакомые. Вот, вот поэтому... Конечно, мне очень хочется, чтобы вернулось в наше образование вот то, чтобы детей учили думать. А учили их думать прежде всего на уроках литературы, безусловно. Безусловно. Это даже не столько знание материала, сколько умение выстраивать свою мысль, да. Вот. Понимать слова, понимать фразы, да, понимать... то, что за этими фразами стоит. Спасибо большое, Олесь. Я очень рада, что мы говорили именно на ту же тему, на которую говорили с вашим супругом, отцом Владимиром Вигелианским, потому что вы сказали очень созвучные друг другу вещи, но как-то с разных сторон. Да. Мне кажется, это очень полезно и правильно. Я благодарю вас. Спасибо большое. Спасибо. А с вами мы прощаемся. Это была программа «Для родителей. Учимся растить любовью». До новых встреч.